Собака не только друг человека, собака еще и товарищ по команде. Мотивировать четвероногих в упряжке не нужно, они сами рвутся на старт. Впереди многодневная гонка и почти 500 километров заснеженного пути. Там что только в голову не лезет. Просто постоянно анализ, потом значит, задумываться. А если там какая-то тяжелая трасса, тяжелый момент, и постоянно бывают такие, ну, думаешь, а зачем мне все это надо? Но потом, когда ты доходишь до финиша, немножко поел, поспал, отдохнул, такой думаешь, как же здорово было, вот бы еще раз. И так вот каждый раз. Чтобы собака бежала сотни километров без остановки, ее нужно не только тренировать, но еще хорошо кормить. В рационе 3 сорта мяса и специальные концентрированные корма. У каждого каюра есть еще и помощник, без него никуда. Собаки как спортсмены. Их покормили до старта за 4 часа, а после финиша вернут в спортивный лагерь. Здесь для них помощник каюра уже подготовит спальное место, то есть в снегу выкопает специальную траншею до земли, постелит соломки, а после того, как покормит собак, сделает им восстановительный массаж. Все как у профессиональных спортсменов. Недельная гонка на собачьих упряжках «Волга-квест» разбита на несколько этапов – 60, 70 и 110 километров. Затем день отдыха. Последняя дистанция на выживание – это 240 километров. Место стоянок каюр на этот раз выбирает сам. От его тактики и зависит успех в соревнованиях. Все старты проходят в селе Ширяево. Там же и финишируют спортсмены. Гонка «Волга-квест» считается гонкой повышенной категории сложности. Именно вследствие того, что рельеф национального парка «Самарская Лука», он достаточно разнообразен. Это и горы, и равнины, и степи, где метет. Вот. И в 17 году, когда мы шли по Волге, это еще и ледовое покрытие реки Волги, когда мы дошли до города Болгар по Волге. Вот. Это очень сложная гонка, к ней нужно быть готовым физически. В Россию чемпионат мира по гонкам на собачьих упряжках привез норвежец Зигмунд Нордал. Признается, выбирал место для соревнований долго. Остановился на Самарской Луке. Я не пожалел ни о чем. Здесь классные условия для гонок, для собак, трасса отличная, виды замечательные, и погода оптимальная для гонки на собачьих упряжках. Гонка «Волга-квест» уже шестая по счету. В этом году в прямом эфире ее показало норвежское телевидение, так как она вошла в мировую арктическую серию гонок на собачьих упряжках. А призы, которые получают каюры, предназначены только для собак. Это корма и снаряжение. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.